что ж, господа, итак, тема моего доклада действительно ксенофобия в России, уже в году завершившемся и в первом полугодии года нынешнего. Значит, что можно сказать в общем? Уровень ксенофобии среди населения действительно снижается. Причем снижается уже несколько лет подряд, вот, начиная с 2014 года. Вот, значит, до того он остался на очень высоком уровне много лет. Сейчас мы наблюдаем его снижение. Вот есть данные последнего опроса, который проводился в июле 2017 года. Значит, этот опрос показал, что происходит дальнейшее падение уровня ксенофобских настроений. Опрос проводил Левада-центр, организация, которую сложно упрекнуть в большой любви к российскому правительству. Вот. И поэтому сложно представить, что они как-то приукрашивают реальность, показывая как бы лучшую ситуацию, чем она есть. Значит, итак, во-первых, согласно их опросу, который проводился, значит, по вопросу о том, какую национальность вы не хотели бы видеть живущей в стране, впервые за все время, пока эти опросы ведутся, я подчеркиваю, впервые, а ведутся они свыше 20 лет, численность людей, которые, соответственно, заявили, что они не хотят выдворять никого из России впервые, превысила 40%. До того это было процентов 15-20 в 2000-е годы. Остальные обязательно желали, чтобы кто-нибудь в России не жил. Кавказцы ли, цыгане ли, евреи. Вот. И что касается всех этих народов, то, опять же, по сравнению с 2014 годом, уровень их неприятия упал в два, иногда даже и в три раза, что представляется достаточно удивительным. Но вот, однако ж, причем стронулась даже такая очень сложная вещь, как антисемитизм. Очень долго уровень такого вот поддержки этого лозунга, что вот мы хотим, чтобы евреи у нас не жили, он был на уровне примерно 8-10% от населения, достаточно много вообще говоря. Вот, держался почти 10 лет, середины 2000-х, вот, и где-то до 2015 года. В 2015-2016 году началось медленное движение вниз, сейчас так отвечает уже всего 4%. Что, надо сказать, большой прогресс. В том числе и потому, что когда в 2014 году это движение вниз началось, общий уровень ксенофобии, антисемитизм стоял как вкопанный. То есть, в принципе, вот мы наблюдаем такое движение, оно стало следствием нескольких вещей. Во-первых, конечно, достаточно большие программы пропаганды толерантности, которые в России развернуты. Программы, рассказывающие людям и рассказывающие в том числе школьникам в школах о том, что Россия страна многонациональная, что все народы, ее населяющие, это один российский народ, в общем-то, российская гражданская нация, как иногда говорят. Вот. Сейчас, как возможно знаете, разрабатывается даже закон о российской гражданской нации, как закон о российском народе, как его называли. Вот. Разрабатывается. Национальное государство политики. Окей, хорошо. Окей, значит, поменяли. Дальше. Значит, есть это. Вторая вещь, которая привела к снижению уровня ксенофобии и к снижению, кстати, уровня преступности, который тоже серьезно падает. Если в середине 2000-х годов количество погибших от преступлений ненависти, это было примерно сотни человек в год и несколько сотен пострадавших, то сейчас количество погибших варьируется в пределах 10-15 человек. Пострадавших несколько десятков. Это, конечно, тоже плохо и трагично, но это уже не те цифры, совсем не те. И по улицам больших городов уже не бегают банды, на каждой из которых висит по 10, 15, 20 трупов. Такие были. Вот, сейчас эти банды все выловили. Они сидят. Значит, что повлияло на снижение этой преступности? Ну, прежде всего, конечно, работа правоохранительных органов. Потому что, опять же, в нулевых годах мы имели ситуацию, когда для милиции преступления ненависти это были
преступления, которые были не то что на втором, на десятом плане. То есть, когда приходили с заявлением, обычная реакция милиционеров или следствия была такая: ну что вы лезете со всякими бумажками, у нас вон три нерасследованных убийства есть. Вот. Последние 9 лет в России существует центр центр борьбы с экстремизмом, который как раз и занимается этой самой борьбой, для которого борьба с экстремистами – это их чины, должности и звания. Значит, это привело к тому, что большинство существовавших раньше экстремистских организаций, официальных и не очень, разогнали. В основном они пополнили список запрещенных организаций, которые вывешены в интернете, и желающие могут с ним ознакомиться. Лидеры этих организаций либо в тюрьме, либо за границей. То есть, кто, у кого ноги были подлиннее, успел сбежать. У кого покороче, оказался в тюрьме. Вот. В 2016 году посадили две последних заметные фигуры в этом списке. Вот. Так что в итоге даже заметных националистов, которые сейчас на свободе, не осталось. Все или за рубежом пытаются руководить сторонниками оттуда, или в тюрьме, но из тюрьмы сторонниками не поруководишь. Все ждут. Вот. Это положительное. Но, увы, тут далеко не все еще такое положительное. Во-первых, к сожалению, наше антиэкстремистское законодательство все еще довольно расплывчатое. Значит, бывают ситуации, когда под определение экстремизма подгоняется совсем не то. Последний такой совершенно замечательный случай – это когда взяли роман еврейского писателя, жившего в 19 веке, Маркуса Лемана, значит, и признали его экстремистским материалом. Значит, признал его Сочинский суд, значит, экстремистский материал, вызывающий ненависть к христианам и, как было записано, особенно к католикам. Выглядит это достаточно пикантно, при том, что Россия позиционируется как страна православная, а католики не самая любимая конфессия, в общем-то, в глазах российского руководства и Русской православной церкви. Вот, однако же, книжка с такой формулировкой была внесена в список экстремистских материалов, признана этим материалом. Вот. Собственно, признана она была для чего? Признана была для того, что в тот момент разворачивался суд над раввином города Сочи, которого местному чиновнику надо было по какой-то причине выпихнуть за рубеж. По некоторым данным речь шла о том, что еврейская община отказывалась поделиться земельным участком, который она получила на синагогу. Вот, поскольку других причин не нашлось, раввину вменили статью, соответственно, совершение действий, представляющих опасность для российского государства или его граждан. Вот, когда статью предъявили, надо сказать, все очень удивились, потому что не было понятно, как же это раввин, что же за действие раввин совершал. В конце концов, ну, не крал же он детей для мацы. Вот. А потом, когда всплывает приговор с книжкой, стало ясно, что использует эту книжку. Вот. Раввина из Сочи выдворили, но проблема в том, что эта история она стала неодноразовой, поскольку через несколько месяцев используется второй раз. Во дворе раввина уже из Москвы. Вот. Раввина общины среди своих Иосифа Херсонского, которого тоже выдворили из страны за то, что в библиотеке его общины, в том числе, оказалась та самая книжица. Вот сейчас она в списке экстремистских материалов. В принципе, к сожалению, каждая еврейская община, у которой есть библиотека, имеет шанс, что к ней придут с обыском правоохранителей и изымут эту книжку, а дальше уже все зависит от того, будет штраф, не будет штрафа. Вот. Что касается Зе Вагнера, это просто же история достаточно давняя. В данном случае я боюсь, что там роль сыграла то, что была получена виза как бы не того образца, который нужен был. Вот. Ну и какие-то еще взаимоотношения внутри еврейской общины. Внутри общины. Да. Самое главное взаимоотношение внутри общины, когда инициатором его выдворения был председатель общины. Да. Которому что-то в данном случае не понравилось. Это, к сожалению, тоже один из тоже главных вопросов, когда вообще не что-то не то, люди бегут жаловаться к чиновникам, и итогом становится такая вот депортация. Значит, это
Первая такая еще раз. Вторая вещь – это принятые в прошлом году поправки, которые стали законом миссионерской деятельности, вот так называемый закон Яровой, который практически запретил миссионерскую деятельность вне зданий религиозных организаций без письменного разрешения. То есть, условно говоря, если вот вы захотели поговорить о вере со своими знакомыми, у вас должна быть бумажка от руководства вашей религиозной организации, то что вы можете вести эту миссионерскую деятельность и говорить. А если не можете, если у вас бумажки нет, то у вас есть шанс, что вы окажетесь после написанного этим вашими знакомыми доноса, вы окажетесь в полиции, ну и дальше уже наказание будет или штраф, или если иностранный гражданин, может вас и депортируют даже. Вот. К сожалению, закон уже начал действовать. В основном был направлен, конечно, против новых религиозных движений, судя по всему. Но составлен оказался так неграмотно, что под ударом оказались все, вплоть до самых традиционных религий. Что вызвало, надо сказать, достаточно большие возражения со стороны. Суд над учителем из Екатеринбурга. Ну, там, на самом деле, если вместе господина Тыкмана, значит, господина Тыкмана судили и приговорили к штрафу за действия, оскорбляющие, так сказать, чувства представителей других религий, вроде совета плевать в сторону церквей. Но поскольку времени прошло достаточно много со временем, когда этот совет был дан, то наказание назначили и отменили за истечение срока давности. Так что единственное, что он с этого получил, это некоторый моральный вред от сидения в суде и выслушивания всех этих историй. Так что на этом пока эта история закончилась. Вот. Что имеется еще, тоже достаточно плохое, это то, что, к сожалению, опять же, в такой низовой, среди низовой власти, то есть на региональном уровне, на местном уровне, к сожалению, есть настроение, которое может характеризовать как сектофобия, когда в местных газетах, на местных телеканалах публикуются репортажи о том, какой ужас, вот есть секты, которые, соответственно, людей обманывают, там жертвы приносят, имущество вымогают и так далее. А проблема в том, что очень часто это бывает дальше из разных представлений и мифов, причем часто вычитанных из западных книжек, а люди слышат слово секта и переносят на всякие неортодоксальные христианские культы. И обычные люди, и чиновники. Вот, в этом мало хорошего. В общем, самое худшее, что из этого было в прошедшем году и нынешнем, это давление на движение свидетелей Иеговы. Опять же, вне зависимости от отношения к их практике, она достаточно спорная, в том числе их медицинские практики, надо сказать, довольно спорные. Итоговое решение, согласно которому под запретом оказалась их управленческая организация и несколько сотен региональных общин, ни к чему хорошему не ведет, потому что в итоге все эти общины выталкиваются в подполье, и, надо сказать, подполье – это не то место, которое воспитывает добропорядочность, толерантность и так далее. Скорее, это усилит уровень озлобления людей. Вот. Помимо свидетелей Иеговы, тоже достаточно большая проблема – это ситуация с мусульманами в тех регионах, где они являются меньшинством. Достаточно сильная проблема – постройка мусульманской мечети в любом регионе, от Подмосковья до регионов Сибири и Дальнего Востока, постоянно. Где бы ни возникал вопрос о мечети, тут же возникает группа активистов, которые начинают кричать, что вот будет построена мечеть, то есть рядом будут кучковаться мигранты, будет грязь, будет преступность, будет все что угодно. Собираются подписи, организуются митинги. Вот. А итогом становится то, что мечеть обычно да не строится. Но что мы видим в итоге? Вместо мечети, которую можно более-менее контролировать, где хотя бы органы власти могут понять, что происходит. И вот как было недавно сказано, вот, чей мулла может участвовать в борьбе с экстремизмом. Имеются подпольные молельные комнаты на квартирах. Что там говорят, кто там говорит, никто не знает. И обычно как раз из этих комнат очень часто люди отправляются, раньше отправлялись на Кавказ, на джихад,
теперь отправляются в Сирию. Вот. А некоторые не отправляются уже вообще никуда, а вот как было несколько недель назад в Сургуте, берут нож и идут резать неверных сразу же. Значит, вот эта вещь. И в добавлении к этому еще, к сожалению, встречаются ситуации, когда мусульман, соответственно, из-за подозрения в экстремизме мечети окружает спецназ, людей начинают обыскивать, брать отпечатки пальцев и так далее. Причем во вполне себе мирных регионах России. Вот. Ситуация на Северном Кавказе еще хуже, есть ситуация в Дагестане. Здесь существует практика, которая называется профилактический учет. Это когда ты посетил какую-нибудь мечеть, которая считается экстремистской, и вот тебя взяли на учет. Ты в этом списке, ты этого не знаешь. Но когда ты, например, хочешь взять кредит, тебе говорят, кредит мы тебе не дадим, дорогой, ты в списке. Хочешь куда-то поехать, тебя оставят в милиции на блокпосту, говорит, поворачивайся, ты в этом списке. Вот. В общем, жизнь людей достаточно плохая. Да, если происходит какое-нибудь преступление террористическое в окрестностях, где этот человек, место, где человек живет, первое, что делают, это его хватают в полицию, начинают спрашивать, а не ты ли участвовал, а может, ты знаешь, кто участвовал. А поскольку полиция в Дагестане хорошим манерам не обучена, эти вопросы часто сопровождаются всякими побоями и так далее. Это достаточно большая цифра. Считается, что только в Дагестане на этом учете сидит порядка 20 тысяч человек. 20 тысяч. Вот. Все эти люди – это такой вот, опять же, готовый горючий материал для очередного исламистского вождя, который их воспоминит и поведет за собой. К сожалению, вожди вот такие имеются, слава богу, пока за границами России. Вот. Но пропаганда с их стороны есть. Это известно по решениям судов, когда, в общем-то, людей осуждают за участие в пропаганде исламского государства, за сбор денег, за попытки уехать. Вот. И вот, опять же, подводя некоторые итоги. Ситуация в стране двоякая. С одной стороны, власть активно борется с ксенофобией и экстремизмом. С другой стороны, есть вот эти вот недоработки и прорехи, которые, к сожалению, открывают достаточно широкий путь для того, чтобы этот экстремизм и ксенофобия в случае, если государственная машина ослабит давление, вырвались вперед. Собственно, чего сильно не хватает, это сотрудничество с гражданским обществом и его участие в борьбе с ксенофобией. Ну и, конечно, некоторой четкости законодательства, чтобы белое называлось белое, черное называлось черным, а серого уже не было. Спасибо.